рассказывайте. Наши ребята очень хотят задать кучу вопросов Наталье, потому что Наталья тот человек, который может им рассказать, как быть чемпионом. Итак, Захарушка. Ты первый? Сколько примерно времени надо уделять бигборду в году, чтобы через лет 5 стать чемпионом мира? Ты прям конкретно решил спросить. Прям вот бигбордом и через 5 лет. Каждый день тренироваться. Каждый божий день. Не забывать ОФП, не забывать растяжку, не забывать правильное питание, не забывать правильный режим дня. Так, Борюсик, вопрос от тебя. Вопрос от меня? Можно я задам вопрос? Мешали ли вам отношения между мальчиками выступать на соревнованиях? Это как-то отвлекало? Никогда не было. То есть основная цель была тренировки все-таки. Нет, ну это понятное дело. Просто есть такие люди, которым безразлично то, как он выступит на соревнованиях, и они хотят влиться в какую-то тусовку и не понимают, что другие хотят подготовиться и хорошо выступить. Начинают как-то докапываться до тебя, приставать к тебе. Ты говоришь, что отстань от меня, я готовлюсь к соревнованиям, я хочу выступить. Ну это вообще в повседневной жизни или прям на старте ты что-то имеешь? Ну это вот приехали на тренировки, например, или на сборы. И то есть... А что тебе мешает не общаться с такими? Не общайся, и все. Так они прям лезут и пытаются до меня докапываться. Слушай, у меня в моей практике спортивной такого не было, чтобы до меня тут прям сильно докапывался, хотя у нас была своя команда, мы ездили на сборы, на соревнования, постоянно как бы находились в таком, ну, в тесном контакте. Но я считаю, что если тебе некомфортно с кем-то там общаться, ты всегда это можешь лицу человеку просто сказать, что извини, но вот мне не очень комфортно с тобой, ну, как ты там меня в какое-то время там не трогаешь. Если он не совсем там глупый, он пойдет себе. Понятно. Итак, Борюсик, твой черед. Пришло твое. Сколько лет вы тренировались перед тем, как начать занимать призовые места на больших соревнованиях? Ну, начала я заниматься водными лыжами в 9 лет, а чемпионкой мира я стала в 16. Занимались ли вы параллельно каким-то другим видом спорта? Параллельно не занималась. До этого занималась гимнастикой. Успела позаниматься годик. 2 года занималась волейболом, а потом только водными лыжами. Так, Михась. Что вам больше всего нравится в водных лыжах? Ну, не знаю. Мне всегда как бы вот вода, это, мне казалось, это такая моя стихия. Я познала пустяка. И очень мне нравилось вот именно все занятия спортивные именно на воде. Поэтому я считаю, что вот это вот именно мое дело. Очередь. Так. Каково это расти в семье чемпионки? Каково быть сыном чемпионки и знать, что вот вершина, она очень высока? Гордиться, что твоя мама чемпионка, это очень классно. У тебя есть что спросить сейчас, будучи PWP family? Мам. Скажи, как бороться со своим стрессом на соревнованиях? Ну, во-первых, надо быть готовым к соревнованиям. Если ты готов, то стресса никакого не должно быть. И не трястись, и перед
стартом не думать об этом постоянно, главное не думать о медалях, а о результате. То есть надо откатать свою программу и все. А некоторые думают о медалях. И поэтому падают на первые трюки. Твоя очередь. Я не знаю. Ты не знаешь? Я знаю, что спрашивай все, что угодно. Как думаете, через сколько лет, либо через сколько олимпиад летних включат наконец-то вейкборд обратно? Ну, да, рассматривался включение в 2020 году, по-моему, да? Вот, потом стали его рассматривать. Не знаю, ты понимаешь, дело тут такое, что летняя олимпиада, она очень перегружена видами спорта. Она же, если сравнить ее с зимним, там в два раза больше дисциплин. Пока вот эту проблему не решат, они новые виды, скорее всего, не будут включать. Хотя я думаю, что именно у кабельного вейкборда в этом плане, да, больше шансов, чем у водных лыж у тех же за кабелем. А водные лыжи и вейкборд за катером я вообще не рассматриваю как олимпийские. Вряд ли они будут как олимпийские. Страшный момент был в водных лыжах, который вы вот помните. Самый страшный? Вот прям страшный-страшный или какой? Или спортивно-страшный? Самый спортивно-страшный момент. Ну, не знаю даже. А, да, я тебе скажу сейчас какой. Это когда я выехала в 78 году на первый свой чемпионат Европы вообще. И было очень как бы волнительно, и все, я упала на первом трюке. Я очень расстроилась, думала, что моя спортивная карьера все уже закончилась. Ну ничего, на следующий год собралась и выиграла чемпионат мира. Так что не все так страшно. Общались с иностранными спортсменами? Конечно, у нас как-то сразу вот так наладилась связь. Нас ждали, на самом деле, когда мы приехали на... Да, на друзья там? Да, да, на первый чемпионат Европы мы приехали, нас очень все хотели видеть, и на чемпионате мира нас хотели видеть. Они, правда, не думали, что мы их всех обыграем тут же. Для них это было сюрпризом. Вот. Но общались с нами очень хорошо всегда. Ну, завершила я, потому что мне уже было, сколько я завершила в 2000 году свою карьеру, мне было 35 лет. Я вышла замуж, я через год родила Колю, то есть мне уже было пора как бы на новую ступень встать, то есть это была семья и дети. Молодому подрастающему поколению, которые на вас смотрят как на кумира и говорят, вот я хочу быть таким же или такой же. Ой, я хочу сказать, что не стройте себе кумиров, они такие же люди, как и вы. То есть мы абсолютно такие же. И вы можете обыграть любого сильнейшего, если захотите. Не надо как бы думать, что это вот недостижимая цель. Все достижимо. Все вот в ваших руках.